Вот и зоопарк Херсонского гидропарка. Конечно, зоопарком его назвать сложно, потому что он состоит из одной маленькой аллейки, но все же тут есть звери, которых так не встретишь. Вот моя находка, кстати, перышко павлина. Можно куда-то применить. Вот сами павлины. Красивые. Есть отдыхающий волк. Они всегда судорожно носятся по клетке. Ну, сейчас обеденный перерыв, 12 часов, они отдыхают. Дальше у нас... что-то никого нет. А, вот волк. Бедненький, ему жарко. Хорошо, пойдем дальше. Енотовидная собачка. К сожалению, вам может ее даже не быть видно. Она там все время на будке спит, как не приду. Так, дальше у нас медведи. Ага, вот мой сынок. Это не медведь. Что, носится? Да, мишки. Хорошие, такие красивые. Кстати, обратите внимание. Добровільні внески на утримання тварин. Кидаємо пожертвування. Хорошенькі. Що ще тут є? Є старший медведь Жора. Большой тут такой. Сложно його тут увидеть. Пакет з вещами. Здесь обезьянка Джонни спит на веточке. Ну, приходите, увидите лучше своими глазами. Вот еще павлин отдыхает. Да, вот он красавец. Не твое ли я перышко нашла? Всякие там тоже птицы. А вот интересный страус. Любит огурцы. Как-то угощался у нас. Важный такой. Огурца нет. Еще один ободранный павлин. Ну и любители всех детишек. Это, конечно, хрюшки. Кабанчики черные. Маленькие тут есть. Детки. Вот. Ну и козлы. Они очень добродушные, любят разные угощения. Выскакивают на забор, чтобы покушать. В общем, тут сейчас тоже сонное царство. Все спят. Маленькие хотят обедать. Приезжайте, наслаждайтесь. Пират.